В столице Верхневолжья продолжается кампания по ремонту дорог. Работы ведутся практически во всех частях города. Ремонтируются как крупные дорожные артерии, так и небольшие участки. С уже проделанной работой в рамках инспекционной поездки ознакомился губернатор Тверской области Игорь Руденя. Тему продолжит Наталья Чекет. В этом году приводит в порядок участок Старицкого шоссе. От улицы 1 Республиканская до выезда из города на трассу М-10. Здесь, помимо замены асфальтового покрытия, также обустраивают остановочные карманы и укрепляют обочины. Подрядчик, который работает здесь, также ремонтирует и другие участки дорог в Твери. Как рассказал исполнительный директор подрядной организации, все работы идут по графику. Сезон насыщенный, в принципе, как в прошлом году. По объему, наверное, ничем не отличается. Немножко поздно вышли, но, в принципе, в сроках темп набрали хороший. Процентов 60 уже от ремонта по БКАД уже сделано. Это уже другой участок дороги на улице 2 Красина. Ремонт осуществляется по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Здесь также меняют асфальтовое покрытие, а Тверская генерация проводит плановую подготовку тепловых сетей к предстоящему осенне-зимнему периоду. В ближайшее время работы планируется завершить. После этого будет продолжен ремонт дороги. Самые масштабные работы ведутся на Бежецком шоссе. Тут, кроме замены покрытия, на отдельных участках дорогу расширят до 6 рядов, по 3 в каждую сторону. На данный момент сделано устройство дорожной одежды на 50%, переустройство коммуникаций на 80%, осталось лишь переустройство футляра над газовой трубой. К 1 сентября мы планируем сдачу дорожной одежды на 100% и приступить к благоустройству территории. Кроме того, на участке полностью обустроена трасса водопровода, ливневая канализация, проведено переустройство сетей связи и электричества. Очень важно, что наконец-то научились работать вместе Тверская генерация, дорожники, газовики, энергетики, водоканал, когда не надо перекапывать 10 раз вновь созданную дорогу. Поэтому сейчас все эти работы проводятся заблаговременно. И дорожники вместе с нашими компаниями эксплуатирующими, конечно, организовывают уже, так сказать, на новом уровне все качество проводимых работ. Вместе с губернатором в поездке приняла участие директор Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Как человек с активной гражданской позицией, она обратила внимание, что проведенные в последние годы дорожные работы делают город комфортнее для жителей и его гостей. Сейчас, когда мы видим масштабные такие ремонты дорог, особенно радостно, что и центр города, да, вот обновляется полотно, и теперь это такие вот современные качественные дороги. Всего в 2021 году в столице Верхневолжья ремонтируют 80 участков улиц. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» приводят в порядок участки 70 городских дорог общей протяженностью более 60 километров. В рамках закона о статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ «Город воинской славы», в программу вошло 10 объектов.